Молодежная политика на окружном уровне. Сегодня состоялось первое организационное заседание Молодежного совета ПФУ. В его составе представители молодежных парламентов, координаторы студенческих, профсоюзных и добровольческих организаций. В ходе встречи были определены основные направления деятельности. Цель – вовлечь молодежь в реальные процессы, происходящие в стране и регионе. От членов совета ждут идей и вполне конкретных законодательных инициатив. Качество ребят, которые уже сейчас представлены здесь в молодежном совете, которые уже прошли определенную школу и политической работы, и практической общественной работы, оно совершенно другое. И очень, очень трезвые мысли звучали, очень грамотные подходы. Там то, что не прозвучало, пропишут, положим на бумагу. В ближайшее время активом соберемся, как говорится, проговорим, посмотрим, как это должно работать, потому что нет готовых решений, их надо найти. А найти можно только в диалоге, то есть надо ребят слышать. То, что сейчас делается, в том числе по конкретизации направление работы, те же, например, сейчас строят отряды, студенческие отряды, и не только студенческие отряды, многие вещи, они, конечно, будут значительно активнее вовлекать молодежь в реальные процессы, и они будут находить, скажем, место для себя в жизни. Вот, я тоже говорил, что, может быть, мы можем еще акцент сделать на то, чтобы на предприятиях эта работа активнее шла. Это очень важно. –